первой редакции спектакль «12-я ночь» или «Как пожелаете» в постановке народного артиста России Юрия Копылова появилась на сцене Ульяновского театра драмы в 1994 году. В данной версии спектакля художник-постановщик, лауреат Госпремии Станислав Шавловский очень оригинально использовал сценическое пространство. Тогда шекспировскую комедию играли на открытом помосте, выдвинутом со сцены в зрительный зал. Зрители могли наблюдать за малейшими эмоциональными проявлениями актеров. В субботний вечер, 25 апреля, все желающие смогут посмотреть эту первую редакцию спектакля. Онлайн-трансляция начнется в 17:00 на сайте Ульяновского драматического театра имени Гончарова и портале «Ульяновская правда». В записи спектакля на сцену выйдут звезды первой величины. Народные артисты России, лауреаты Государственной премии Российской Федерации Борис Александров и Валерий Шейман, заслуженные артисты России Алла Бабичева, Евгений Редюк, Владимир Кустарников, Михаил Петров, Ирина Янко и Валентина Савастьянова.